عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمرو عبد العزيز من قناة عملاق الألعاب. النهاردة هنختم الحلقة الستة من لعبة سبايدر مان المذهل أو أميزن سبايدر مان. نبدأ الحلقة وبسم الله نشوف كده، هنغير اللبس وبعد كده إيه. نلبس دوت. ماشي يا أختي السهل. يا حبيبي أنت بيت ايه؟ يلا будешь и дальше темнить, сделаю больно. У меня и справка есть, учти. Я не темню, клянусь. И почему у вас нет нормального сейфа, который можно подломить? Коды. Да-да, хорошо, я дам вам коды, только не убивайте. Эй, босс, тут полиции как грязи, нам не выбраться. Не дергайся, у меня есть план. Мы знаем, что ты там, Фелиция. Вылезай вместе со своими быками, тихо, верно? Слава опережает меня. Папа бы мной гордился. Ты пойдешь со мной. Ты таева, она шрет таева птатик ди. Мы оба да. Вижу тебя, попался. Я собью тебя, а ты подстрелишь в воздухе. Извини, если что. Дурария, дошарайте. Забеди. Тоже мне преступный гений. دورش عليها تاني بس خبى في كل حاجة. يا حبيبي هو جنبك بتاعت بيبسي ولا كولا؟ لا بتاعت الرجل الضحي. يا
Спасибо. Спасибо. Мне нужно найти директора. Поможешь попасть в подвал? Не знаю. Можно попробовать через вентиляцию в офисе, но нужно разрешение с компьютера на пульте. Иди с консоли 0601 и дверь откроется. Мерси. Мерси. Эффект Би. Так, должно получиться. Не шевелиться, пойдешь со мной. Как это я вдруг пойду за тобой, не шевелясь? Что за... Давай! Двигай! Станция 1 чисто. Станция 2 чисто. Станция 3 чисто. На землю, быстро! Руки держать на виду. Все чисто. Ясно, продолжайте. Я хочу, чтобы подумали, что я с бандитами. Никто Харди не заметил? Как можно не заметить такие формы? Давай, попробуй дернись. Эй, успокойся! Мы сдаемся, окей? الراجل ده قاعد زي البرت ارشفورد ده اللي اسمه فرزنتيفل كودي فيرونيكا. شفرة الصور في ريزيدنت ايفل كودي فيرونيكا. Эй, паукали Фелиция, на кого поставить? Конечно, на Фелицию. Она все видит. Если паук не невидимка, у него ноль шансов. Ну сама суд хаваш. Ой. Эй, че там? Он в вентиляции. Стреляй! Я тоже хочу позабавить! Убирайся, Бронн, я здесь не разберусь! Сверните ему голову! Кому? Это Вимзона! Пошел, Бронн! Взрываться не пора? Вот еще разок! Аблик отдыкает мобот отдыкает. Смыться на метро? Мне и в голову не пришло.
конец. Прикончи его и по домам. غلط. Мальчики, я вас верю. Да, фасики, пацана. Она не первая девушка, обращающаяся в бегство при взгляде на меня. تعالى يا جميل يا ابو الخلاخين. في مورجانا.
Ну, чеклик таем. Что за... Руки короткие. Уволи. Стой смирно. Какая шустрая. Ничего. Сильно ее притормозить. أكتر وحشة دواخني أو أكتر بوسوس بسابيسو مرزامس и где ты ее взял такую суперсилу ايوه суперсилу ты про силу не думай думай про то что она у меня есть я как думал я обязан давить преступников таких как ты Ты, небось, всем девушкам это говоришь? Только если хочу их увидеть за решеткой. То паук, то ящер. Может, возьмете меня в свой зоопарк? Расскажи, что надо делать? Нет. Сама узнаю, не волнуйся. Пока, паук. Не спеши, Фелиция. Когда выйдешь из тюрьмы, тогда и поменяешь профессию. Только... Костюмчик не выбрасывай. Не надо меня нести, у меня ноги есть. Две! Через пару минут воспользуешься ими, будешь грузиться в воронок. А потом что в программе? Опять Белуа? Наверное. Хотя, знаешь, мне там не место. Ну да, ну да. Все так говорят, правда? Я преступница, паук. Но я не сумасшедшая. Просто у меня есть враги. Очень сильные враги. Да? Как Норман Осборн? Вроде того. Ты никогда не задумывался, каково это быть женщиной среди самых опасных уродов, какие только есть на свете. И при этом с такой внешностью, как у меня.
Думаешь, такое можно сделать с человеком без чьей-то очень мохнатой лапы? Чита? Честно говоря, никогда об этом не задумывался. Должен признать, мне стало тебя почти жалко. Я не хотела. Честно говоря, я надеялась, ты мне скажешь, на каком этаже восходит это зелье, которое превращает тебя в паука. Что? Я и не заикался про Оск. Как ты? Слова про Осборна тебя выдали. Я сообразительная. Ты уникум, Фелиция. Ты об этом знаешь? Да, знаю. Моя остановка. Вот ваша девушка. Полегче с наручниками. Только попробуйте ей ноготок сломать. А ты, Фелиция, не думай, что я стану тебя снова вытаскивать. Ох, паук, на этот счет я бы волноваться не стала. Ни в коем случае. Нелан, ты до вахты не орехм. Этих штук. Dilo. بلا دوخي
السلامة. وبكده نبقى ختمنا الحلقة السادسة، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقة السابعة. ما تنسوش اللايك والكومنت، تقولوا رأيكم في الحلقة، واللي عنده اي استفسار يحط في الكومنت اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.